Смотри, охереть, она получается... там еще этажи. Да, но... Ёпта. И вы так, хотите... Задача. Понимаю. Джон Дэвис. Джон Треволта. Определите тип призрака, сфотографируйте призрака, найдите доказательства присутствия призрака при помощи датчика ЭДС, найдите комнату с температурой ниже нуля. Ого, там еще и подвал есть. Ребят, привет, встань. Да, встаньте, встаньте. Ну, вообще, было прикольно предметы показать все. Я уже сделала свои предметы. Я фонарь взял. Ну, было бы. Блин, я опять ультрафиолетовый фонарь взял. Давайте заберем уже тогда, что раз начали. Я опять ультрафиолетовый фонарь вместо нормального взял, ё-моё. Кто распятие брал? Я брал. А, вот, это обычный фонарь, а сильный вон снизу, да, вот этот? А чё камеры сами листаются? Ребят, я, пожалуй, в трейлере посижу, а вы ходите, ладно? А какая карта, скажите, пожалуйста. Обкакательная. Азайлом, психлечебница. Психлечебница, да, психлечебница. Блин, было прикольно. Так, ну все, я приветствую. Да. Да, мы выключаемся. Мы выключаемся, проверяем потом рации и можно начинать. Так, все, стоите. Готовьтесь, ребята. Да, добро пожаловать в игрушку Фасмофобия. С вами канал Алекс Плей, Пеппер Плей, Джаз Джек и Парадокс Плей. Мы на карте психлечебница. Да, ребятки, почти как Кротус Прэд в ДБД. И будем выявлять призрака. Приятного. И причем без Дискорда. На этот раз без Дискорда будем по рации. Это будет, это придаст свою атмосферу. И надеюсь, вам понравится. Да, погнали. Так, начинаем. Выключаем. Так, вырубаемся. Ну все, ребята, погнали. Теперь мы наедине. Айоу-йоу-йоу. Капец. Опа, опа. Вот это сейчас будет мясо. Капец, у Сани голос. Как будто из-под пола, из-под стола. А вы свой-то слышали вообще, нет? Джон Дэвис. Ну вот и все. Ключи, взяли? Подожди, а как зовут призрака, чтобы... Ага, Джон Дэвис, чтобы его не звать, хорошо. Да, Джон Дэвис, пойдемте. Слушайте, а мы же не сможем разговаривать и говорить, что, типа, ребята, жопа там, типа, эта сила у него поднимается. Все. Ну да. Так, меня слышно, ребят? Очень плохо. Нет. Слышно, слышно. Не, нормально, нормально. А у меня плохо слышно. Короче, не, все, я... В настройки зайдите и Алекса прибавьте. Параметров. О, в смысле, аудио. Подожди, смотри. Ёп, а чё мы... Открываем. Просто вплотную. Это чё, эхо? Эхо! Вау! Вот это атмосфера, вот это я понимаю. Все, ребят, прощайте, я ушел. До свидания. Саня, ты куда? Я в очко. Офигенно. Атмосферно. Реально атмосферно, ребята! Видели, что когда мы говорим, то, то ли в правом, или в левом ухе зависит. Да. Ребята! Ребята! Вы меня слышите? Я просто, я дальность проверяю. Саня, слышишь? Твой голос это... Ребята! Саня, я за стеной. А, я слышу, да. Чё ты там, нормально всё? Да, но страшно. Немножко. Страшно? Сань, ты я в коридоре тут, ты где? Саня, я щелкаю, так, видишь меня? Ребятки, давайте расставим. Я тут, да, я тут, нормально. Тут кабинеты, смотри, давай обыщем. Подожди, я камеру поставлю. Ты брал камеру? Капец, я камеру взял, да. Ёлки-палки, пойду за штативом. А, штатив не взяли, понимаю. Смотри там аккуратнее, смотри под ноги. Саня, Ксюша не слышно. Подожди. Так, все, вот все, все, я поставил камеру. Ой, ты че орешь так? Ксюша отдаляется, вообще классно. Это лифт. Ой, Ксюша, слышно. Не уходите далеко, говорит. Ксюша, пш-пш, плохо слышно, ты в туннеле. Пш-пш-пш, Ксюш. Пш-пш. Тут, кстати, камеры уже есть, их надо включать. Я одну поставил. Нет, они включены, камеры сами. Джон Дэвис. Кирилл, иди в жопу. Hello, what's your name? Да сумасшедший человек вообще. What is your name? Ребят! What is your name? Ребята! А все помнят, где выход? Но... Я забыл, Джек, я вниз спускаюсь. Удачи, Саша, удачи! Саня, подожди меня! Чё у вас тут происходит? Ксюша. Чё? А где? Они пошли в подвал уже. Джон
Они что, дурные, что ли? По ходу дела, да. Блин, как это реально прикольно, когда ты вообще не понимаешь, что происходит. Это классно. Так, что происходит? Активность повысилась. Пойду, ребят, обратно. Ребята, ребята, активность повысилась, ребят, активность повысилась. А ты что в фургоне сидишь? А я за вещами пошел, я крест взял. На всякий случай. Да, без креста тут сложно, конечно. Так, все, я хожу температуру проверяю, если что. Блин, ну это... Show yourself. Hi. Саша, где камера? Где what is your What is your name? Are you here? Здесь, давай по коридору поставим. Are you here? Где здесь? Черт. Hello. Hello. Are you here? Where are you? Сюха, я вниз спустился. Show us. Я бы знала, где еще тут вниз спускаться. Так, ребят, есть какие-нибудь признаки вообще? Признаков? Вообще нету. Шоу, а. У меня скрипы начались. У меня тоже, Джек. Вот и по-моему, Дэвид. Внизу скрипы идут, внизу. Шоу вас. Здесь камеру оставь, Джон Дэвис. Джон Дэвис. Шоу вас. Так. Блин, это реально стрёмно, ребят. Ты слышал? Олег! Да, слышал, спасибо, спасибо. Блин, они там ещё где-то в очке разговаривают, короче. Show yourself. Are you friendly? John Davis, show yourself. Hello? Тут много дверей закрыто, ребят. Hello? Я вижу, где щиток, но дверь закрыта. Who are you? What are you? Ребят, я сейчас щит, я нашел, в общем, где можно электричество включить. Джон Дэвис, give me a sign. Так, ребят, ну температура везде нормальная, типа я пока хожу по первому этажу. Джон Дэвис, give me a sign. Чё ты тут делаешь? Ты чё тут делаешь? А чё на меня? Я не могу... Ты можешь его взять? Я не могу взять. Ребята, а, наверное, что типа... Стоит, я не могу взять. Так, подожди. Походу нельзя. Походу нельзя, блин, забываю на кнопку нажимать. Ребят, я слышу. Джек, ты наверху, да? Нет, я на первом этаже. Я вижу кого-то в подвале, кто-то там шныряет. Тут. Hello. Это, видимо, столовая. What are you? Does anybody here? Да она огромная, я подвал обойти не могу. Вот еще дверь, давай проверим. Так, давай сюда, я сюда пойду. Так, ну, ребят, мне кажется, это явно что-то не призрачное, типа, тут с температурой все окей. А ты я просто не нашел, видимо, место, потому что тут очень большая карта. Я не могу его взять, у меня снапл встал, я не могу его взять. Джон Дэвис, give me a sign. Я заблудился. Кирилл, Джон Дэвис. Записную книжку положил ты? Is anyone here? Тут записная книжка есть. Я вообще ничего не клал. Is anyone here? Show yourself. Бери с собой тогда. Hello. Она выкидывает, не хватит. What are you? Hello. Hello. Это самое сложное задание у нас. Какая карта огромная, о, точки. Я даже не понимаю, как вы его пустите. Школа еще, ладно, вот и туда. Ребята там все дальше и дальше начинают разговаривать. А мы с вами медленно, медленно погружаемся в атмосферу игры. Вот когда она себя показывает на все 100%, когда ты ходишь один. Один в этой кромешной тьме и наедине со своими мыслями и страхами. Так, это туалеты.
вроде бы выход был с этой стороны. Не, ну вот так вот ночью в компании я бы не хотел по заброшенной психлечебнице ходить, если честно. Потому что это такое себе удовольствие. Я в этом плане не понимаю Диму Масленникова. Я бы не смог, как он. Интересно, как скоро, ребята? Ребята, вы в курсе, что пробки выбило? Я давно об этом сказала, кто знает, где пробки? Ксюш, пока никто не знает. Кирилл говорил, что хватит пробки. Я заблудился, ребят. Одну секунду. Алло. Да. Что-то серьезное, срочное? А? Нет. Давай я записываюсь. Так, извиняюсь за этот звонок. Знаете, мало ли чего вдруг понадобится резко. Блин, я не представляю, каково здесь ходить в очках виртуальной реальности. Это жопа. Ребята, вы что-то прям совсем далеко от меня, по сути, по звукам. Hello. John David, are you angry? Are you here? Так, нет, по-моему, здесь не выход, да? Нет, здесь не выход. Черт подери, а где выход-то? Так, это... Это Ксюша на столешнице. Да здесь я! Да вы где вообще? Я потерялся! Так в том-то и дело никак! Твою мать, тут половицы скрипят! Hello? Hello? Вы где, ребят? Чё? Вы где там? А хер ли вы там делаете? Я пытаюсь выход найти. Ничего хорошего. Я здесь, я вниз. Я вниз спустился. А, ты вниз? Ну тут ничего нет вообще. Наконец-то нашел нас. Да я выход пытаюсь найти. Ребята, выхода нет. Какой? Выход там. Нам где? Мне кажется, рано мы сюда пошли, у нас мало оборотов. Налево здесь. Мне кажется, тут вот. Вообще не поможет. Вот он выход. Да в смысле, это, вот это с подвала. А, и в машину? А, дальше я не знаю, дальше я не смотрел. Так дальше я тебе говорю, я всю эту самую больницу обошел, нет выхода. Да сейчас мы найдем, подожди, тут о, щитки. Вы в лифт, что ли? Ну реально, как отсюда выберемся потом? Эх, капец. Это самая жесткая карта. Че, лифт не вызывается? Нет, мы еще вот тут не были. Пойдемте сюда. А давайте разделимся, блин, так интересней. А мы и так разделились изначально, это мы собрались сами. Джон Дэвис. Короче, у меня там половицы сильно прям громко заскрипели, я обосрался и пришел к вам.
Понял. Скажите, вы камеру расставили? Надо было каждому... Я расставил, я поставил камеру, да. Джон Дэвис, are you here? Hello? Джон Дэвис, are you here? У нас всего две камеры. На такую огромную карту две камеры, это ни о чем, конечно. Тут камеры еще, ну, есть. Короче, пользуюсь старой тактикой, а руки в мисайн и все. Hello, Джон Дэвис, hello. Джон Дэвис, give me sign. Show us. Температура, блин, надо было градусник брать, температуру мерить. У меня градусник John есть, Дэвис, температура нормальная. Сань, слышишь? Нормальная температура? Да, да. Вообще никого. По дыханию еще можно узнать. Прям совсем холодно. Is anyone here? Is anyone here? John Дэвис? Hello? Джон Дэвис. Where are you? Where are you? Are you here? First impression, okay. Are you here? Да козёл, где ты прячешься? Выходи. О, ребят, а эту за книжку вы оставили, да? Да, что там? А это не книжка, это фигня, это от локации. Ребята, это мы тут ходим уже 10 минут, у нас никакой улики нету. Это ещё один выход с подвала, что ли? Я что-то не пойму, подожди. Вы что дальше шли? Я тебе говорю, мне кажется, этот асайлум меняет свое местоположение, потому что какая-то хрень. А, я не помню. Мы сейчас прошли дальше по коридору, и опять эта же лестница с этим же лифтом. Так просто два входа. Я тебе про что и говорю, что как-то странно это все, потому что. Я не понял, я пойду дальше, подожди, я не понял, давайте еще раз. Мы по кругу обошли, скорее всего. Мы будем. У нас, видать, круговая все-таки. А так поворотов направо нет. Прямо идем. А, ну это значит подъем с другой стороны, да, это с другой стороны подъем. Она же длинная, вытянутая, эта больница. Кстати, вот тут мы не были, тут двери закрыты. Давайте тут пройдем. Hello. Джон Дэвис, give me sign. Парить в каждой комнате. Джон Дэвис. Он просто может быть. Fuck you, bitch. Джон Дэвис, give me sign. Fortunator. Чё не найти? Fortunator. Выходи. Are you here? Are you friendly? Hello. Hello, John Davis. Give me sign. John Davis, are you here? Ooh-hoo-hoo. Where are you? Да идите вы нафиг. Так в смысле, почему? Ксюша. Ксюша. Джон Дэвис, give me sign. Мне кажется, я приду за тобой, Ксюшечка. Ну все, ну камзда мне, ты чего? А вот тут что? Во, закончился коридор, наконец-то. Джон Дэвис, give me sign. Тихо, 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 слышите, что-то работает. Чё? Вот сюда прям ко мне встань. И чё? Я не слышу. Че, пьяный? Show yourself. У меня прям странный звук какой-то здесь. Hello? Hello? Джон Дэвис. Give me sign. Здесь температура нормальная. Термометр вообще нигде не реагировала, да? Пойдемте наверх. Да, все нормально. Да, я думаю, что в подвале вообще ни хрена нет. Подвал мне кажется, нужно искать на первом этаже, потому что там были скрипы. Ну, кстати, возможно. Алекс! Саня! Что-то он какой-то конкретно утопал. Все, Саню не слышно, мы его потеряли. Сейчас он из-за угла выходит. Прикинь, он так из-за угла выйдет сейчас. The Alex Play, give me sign. А слушайте, а если кто-то умирает, не может, да, я так понимаю уже? Да, да, скорее всего, не может, да. Только между собой, наверное. С друзьями со своими мертвыми. Во, все, сюда. Сюда, господа. И да. Надо пробовать искать выход, потому что надо ультрафиолет взять. Я, блин, забыл его взять. Ну вот, значок, видишь, выхода вот сюда. Соответственно, направо. Ну, пойдем. О, пробки. Включай. Вот, все. О, Саня там что-то орёт где-то из жопы мира. Ну, живой, значит.
Ну все, можно его кинуть. А, ты фургон, ты вышел, что ли, там? Он фургончик вышел, собака сутулая. Я камеры проверял, чё? Камеры ты проверял? Где ты выход нашел? А это чё? Это камера, это камера. Мы идем на твой голос, Саня. Вот тут, наверное, короче, прямо и направо там фургончик. Джон Дэвис, give me sign. Чё он делал в фургончике? Я просто хочу ультрафиолет взять вместо креста. Понижки поменять. Кстати, Саня, возможно, из-за креста он может не приходить, там же бывает такая штука какая-то. Ну ладно, ладно, что ты начинаешь-то? Выкинь его там где-нибудь. Я выкинул уже. Да будет свет! Так, ультрафиолет. Да, это ультрафиолет. Отлично. Так, а температура, значит, нам не нужна. Давайте возьмем дневник. И причем, ребята, знаете, что самое странное? Для выявления. Знаете, что самое-самое... Знаете, что самое-самое-самое странное? Что активность у него там средняя сейчас идет. А где он? Ну да, да, я тоже Ну где-то, видимо, идет. Может, он где-то прям рядом. Он может быть где-то рядом. Мы не были, знаете, где? Мы не были в правом крыле здания. Вот как заходишь в здание, направо сразу. Мы вообще нигде не были. Справа. Hello. Мы еще датчик ЭДС не взяли, кстати. Держу в курсе. Слышите, что? Наркоманы. Я говорю, мы датчик ЭДС не взяли с собой. Я пошел искать. Джон Дэвис. Are you here? Чувство реализма реально больше, да? Да. Погружение сильнее. Что-то я вас вообще плохо слышу. Джон Дэвис, hello. Ксюша. Ой, подвал. Не пугай меня. Джон Дэвис, give me sign. Выходи. Почему я вас слышу, как будто вы реально под столом сейчас? Было нормально же, как только вышла с фургона, осталось... Ну, потому что это вот такая классная, прекрасная штука. А, ребят, смотрите, идеальный коридор, вот где вы сейчас идете. Ксюша в фургоне пошла тусоваться, да? Понятно. Джон Дэвис. Ну, в принципе, Ксюша, наоборот, хорошо, ты в фургоне... Джон Дэвис, give me sign. Ребята. Чё? Смотрите, есть камера, которая на голову крепится, это просто идеально для этой карты. Ну да, ну 8-й уровень. Да, 8-й уровень нужен. Ну да, нужно прокачаться, а потом, видимо, сюда О, идти. Вот тут не были, вот тут вообще не были. Hello. Тут John койки, Davis. Тут койки. Hello. John Davis, give me sign. Hello. Может где-то здесь быть. Are you here? What do you want? Ребята, фонарь мигает, фонарь мигает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ксюха, смотри по камерам. Ты в фургоне? Саня, не уходи от меня. Джон Дэвис. Фургон закрыт. О, все, Джон Дэвис. Он запер. Запер двери. Тихо, стой. Я книжку положу. Стойте, я книжку положу здесь. Ложи. Сейчас. Оп. Все, не, подожди. Подсветите мне. Вопросы. Are you here? На Е или на F, Саня, давай. Are you angry? Я жму, оно не кладется. Надо на что-то, походу, положить. Ну, на G, на F, на F, на F, F, F. Подожди, вот столик, вот столик, вот столик, подожди. На F нажми. Вот, все, на столик положил, все. Вопрос. Я вас догнала, наконец. Hello. Hello. Are you angry? Are you here? Hello. Давайте определим. Он добрый или злой? Давайте определим. Он не добрый. Hello. Может добрый быть. Hello. Are you friendly? Ага, конечно. Не, могут добрые быть. Вопросы есть? Are Hello. Friendly? Are you angry? Are you here? Блин, он где-то здесь был. Слушай, ну он... Джон Дэвис, give me sign. Hello. Слушай, может быть, он боится, когда мы все вместе? Are you close? Так разделитесь. Джон Дэвис, give me sign. Джон Дэвис, give
give me sign. John Davis. Hello. Когда ты его поймешь, hello. Он может сагриться. John Davis. John Davis, are you here? John Davis. Hello. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я пошутил! Я пошутил, Джон Дэвис, не надо! Don't kill me. Don't! Ребята, у нас ни одной улики. Есть какие-то... Ксюш, пойдем обратно посмотрим, может быть он это... записку оставил? Записку? Пойдем. Записку, пойдем, да. Джон Дэвис, show us. Anybody here? Подожди, у меня продолжает мигать свет. Так у меня мигает. О, все, слава богу. Температура у меня. А где вы оставили блокнот? Вот где-то в углу. Я думаю, это улику можно исключить уже. Да, мне кажется, температура здесь вообще ни при чем. Джон Дэвис, give me sign. И мне кажется, надо было на более маленькой карте пробовать этот. Джон Дэвис. Вот так играть. Не, ничего нету, тихо, пустота, да? тишина. У нас мало предметов для этого задания, это очень сложно. Но карта огромная, да. Может быть, в школу пойдем? По школе походим? Но он где-то проходил. Не, надо... Тут должны как-то его все-таки... Нам за это большие деньги заплатят, за это задание. Are you here? Hello? Джон Дэвис. Джон Дэвис. Блин, я говорю... Опять мигает! Представляешь, я реально говорю Джон Дэвис, и он начинает мигать, что он где-то рядом. Прикинь. Are you friendly? Are you friendly? Джон Дэвис. Он мигает, когда я с ним разговариваю, прикинь. Реально мигает. Спроси что-нибудь. Are you angry? Are you friend? Are you here? Are you angry? Я больше не буду разговаривать с ним. Ну его нахрен. Джон Дэвис, you here? Are you friend? Are you angry? Джон Дэвис. Вот где-то здесь активность. What are you? Anybody here? What are you? Where are you? John Davis, what are you? John Davis, are you? Give me sign. Hello? Where are you? Hello? John Davis. Hello? John Davis. Are you close? John Davis, give me a sign. John Davis. Мало предметов взяли, как мы прикинем. У кого ультрафиолет? Тоже сложно будет. У меня ультрафиолет, Сань. Хотя бы одну. Ага. Хотя бы одну подсказку. Ну у нас просто ноль подсказок. Это пальцем не мигает. У меня фонарь опять мигает. Джон Дэвис, what are you? Джон Дэвис, show us. Что у вас случилось? Where are you? Where are you, John Davis? Мигает. Температура в порядке. Show yourself. Where are you, John Davis? Where are you? Show us. Show yourself. Да ё-моё. Нет. Надо сюда камеру притащить, тут активность хорошая. John Davis, where are you? ЭДС не у кого... А, Ксюша с ЭДС. Да, ни разу пока еще не пикала, даже надо. Ну вот искать надо. ЭДС, я себе... Джон Дэвис. Потому что, по-моему, даже задание было положительное с помощью ЭДС обнаружить, по-моему. Джон Дэвис. Are you here? What are you? Слушай, подсказка, что... Джон Дэвис. Джон Дэвис. Ребят, я вниз пойду, не теряйте. Да, John хорошо. Davis, уходи, негодяй. Во, в смысле, Davis, нифига, он опять начал мне мигать тут. Смотри, что творит. Творит, что, смотри, а. Джон Дэвис. Ты ему нравишься. Я думаю, что он где-то внизу. Да-да-да, Сань, удачи. Are you close? Ребята,
Тут часы тикают, а они иногда замолкают. А где выход? Где-то здесь же, да, выход или нет? Это... Не, подожди, это... О, подожди, please... Give a sign. Please help, смотри, написано. А это что-то значит? Я не знаю. Чем помочь-то? Не, ну вообще, на самом деле, конечно, это все прикольно, но мне кажется, слишком большая карта и слишком мало оборудования у нас реально. О, штатив. Джон Дэвис. Ой, здрасте. Добрый вечер. Я хотел от вас отделиться, а вы сами отделились. Джон Дэвис, where вы налево или направо? Да я хз, я выход пытаюсь найти, где он? Тебе прямо и налево. В смысле, где ты пошел? Нет, нет, где ты шел, прямо и налево. А, вот там здесь, вот. Да? Да, да. Джон Дэвис, give me sign. Джон Дэвис. Джон Дэвис. Джон Дэвис, give me sign. Джон. Here is the journey. Джон Дэвис, show yourself. Не, мне кажется, здесь вот... О, закрыто. Ребята, закрыто! У меня мигает. Джон Дэвис. Ребята, закрыто! Он вышел на охоту. А главное, дверь закрыта? Да. Я что-то слышу. Ребят. Помогите! Чё слышишь? Говори. Что? Говори с нами. Кирюша. Кирюха. Кирилл. Джон Дэвис. Show yourself. У меня звуки были, топот. Не знаю. Топот — это значит, он материализовался и где-то ходит уже. Ну да. Фу, так. Давайте посмотрим по камерам. Так, это у нас пока стандартные Кирилл камеры. Кирилл сказал, что ему по рации ответили. По рации ответили? Да. Я пока хочу камеры проверить. Так, ну значит, можно в улике рацию ставить, правильно? Диктофон, да. Ну, наверное. Ну, давай поставим на всякий случай. Диктофон. Там, блин, активность была аж десятка, блин, да, когда мы это зашли вот... в фургон. Да-да-да, я тоже, ну, посмотрел. Где-то оно бродило. Ну, ИДС должен... Нет, подожди, блин, это Кирилл там ходит, вон, видишь, там светится. Саша, смотри, короче, ИДС же должен быть, но ни разу у меня пока он не срабатывал. Потому что дополнительная задача, смотри, найдите доказательства присутствия призрака при помощи датчика ИДС. Мне кажется, они тут рандомно выпадают, поэтому, возможно, и не будет ничего. Думаешь, АДС не должен работать? О, смотри, мигает даже здесь. О, дверь закрылась. Все, активность десяточка. Пошли искать по камерам. Уезжаем. А вон, смотри, там ходит кто-то. Да, десятка пошла. Ну-ка. А сколько тут камер-то? 17. Нихренашеньки. Это вот эту я поставил. И рядом со мной кто-то упала еще на штатив активность. Поставил. Ну, дверь, скорее всего, открылась. Мне кажется, надо... Блин, мы реально что-то в этот раз очень мало с собой взяли. Я его пока вызывать буду дальше. Кого что ты там вызывать там, там будешь? О, крест мой лежит. Если что, тут безопасно. А нет, а есть же какие-то, которым пофиг на крест или нет? Да, я не знаю. Джон Дэвис, give me sign. Ну опять мига. О, закрылась дверь, слышишь? Да.
чаще стало мигать в разы. У него активность... Пойдем посмотрим, что они там слышат вообще. Там закрыто, это же мы там, там тупик, нет? Я слышу его. А где они? Где-то там. Сука, он у меня! О-о-о! Меня убивают! Беги! Ксюш, забери камеру. Ксюш, забери камеру одну. Датчик, проверь, датчик, я там сидел, проверь. Вот тут, Ксюш. Идите ко мне сюда. Вот она, вот она, камера. Он с тобой, кажется, охотится. Забрала. Ага, умничка. А чё? Я поднимаюсь, я поднимаюсь. Не, я не собираюсь его звать, да. Я тут. Тут это где? Да вот, иди сюда, все сюда, я здесь. Свет мигает, налево, налево. Туда. А подожди, стой, давай включим это. Стойте, налево, алло, Алекс, налево, назад, назад. Я знаю, я вижу тебя, я их зову. Он сзади, помогите! Ксюша, датчик, датчик проверяй. Убегай. Сука, он сзади. Вон он, тут, вон он ходит, вон он ходит, ходит. Идёт! Тень, да-да-да! Он по рации что-то говорит! Show yourself! А нет, what is your name? What is your name? Вон она! Отходим, отходим! What is your name? Он приближается! Ребята, тут только подвал рядом! Пошли в подвал, в подвал! В подвал, в подвал! Он отвечает! Он отвечает! What is your name? Все, уже не отвечает. Он отвечает, когда идет. Слышите? И чё он тебе сказал? Диктофон! Диктофон ставьте! Да у меня нет диктофона. А ИДС вообще не срабатывает. А чё он тебе говорит? Он имя, по-моему, назвал. Ну вы орёте, и слышно, короче, когда все орут, голос крошится, и получается... Джордж. Вот так, а Дэвид. Градусы нормально, у меня 16-17 показывало. То есть это сразу минус. ИДС тоже не срабатывал. Хотя ультрафиолет тоже ничего не показывает, ребят. А чё вы ушли? Я знаю, где он... Ой. Камон, вы чё ушли? Финальца. Опять. Давайте улетим. Вы куда пошли, если он там? Алекс, вернись обратно. Подожди, это считается за призрачную ауру, и надо по камерам, наверное, определить. По камерам надо смотреть. Я вот сейчас поставлю. Я сейчас поставлю. Как его зовут, я забыл. Джон Дэвис. What is your name? Слышите? Вот этот. Да. What is your name? Все, я не успел. Надо опять... Вот, слышал, ответил! Слышал. Дэвид! 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 What is your name? What is your name? Подожди, он ответит. Are you angry? Короче, когда начинается вот эта фигня мигать, я буду спрашивать. Не кричите. Хорошо? Постараемся. И он там, пойдемте туда. Я поставил камеру на эту, видите, да? Ставьте диктофон, если что, в заметки сразу. Да, ну это мы поставили, это понятно. Это мы уже, да. Are you angry? Ребята, кто-то в фургончике должен определить, аура есть у него или нет. Ну, Дэвид, я забыл, где его... выход вообще. Опа, тихо! Are you angry? Я в конце опять коридора исчез. Поставлю. Опять исчез. Are you angry? Ребят, он где-то по этому... What is your name? Ребят, вот он! За стеной! Да ну What его is your на... name? Да ну нахер, да ну в жопу. Боже мой, сзади вас! Беги! What is your name? Воу. Вон он, вижу тень, да. Ой. Ай, как он злой. Ё-моё. Убегаем. What is your name? Вот. Ребят, слышали? Сказал. Слышали? Я понимаю. У кого фотоаппарат? Are you angry? Да нет, фотоаппарат, мы вообще не брали с собой фотоаппарат. Мы вообще его не брали. У меня фотик, у меня. Сфотай его, почему ты не фотал? У нас задание сфотать. Да потому что я его звал и диктофон. А зачем ты его звал? На всякий случай проверить диктофон. Ну так если он уже работает, зачем еще раз проверять? Я был не уверен. Are you friendly? Ясно. Я же говорю, звук крошился. Все вместе когда говорили, я не слышал. Мы вернулись обратно, блин, я камеру на... Это, вот она, камера, которую я оставил. Черт, мы не туда пришли. Задание у нас фото призрака. Но следов ультрафиолета он не... Он с той комнаты выходит. Следов ультрафиолета он не оставил. Нам нужно идти в комнату светить, где он выходит.
Он в той комнате выходит. Ультрафиолет как... Ой, опять начинается. Опять мигает. Зови его, Сань. Кирилл. Короче, вот он, тень, впереди, впереди. Стой. А нет, это... Джек, послушай меня, пожалуйста. Тихо. Он идет где-то. Чё? Подождите, Твою мать. Вон он, впереди, Кирилл. Тень, впереди. Вот куда я смотрю. Слева. Вон он сзади. Кирилл, Ксюша, он сзади. Нет, вы что такие-то? Да он сзади идет. В фургончике, чтобы фото было. Фото его, Кирилл, фото? Да сейчас тебе выйти надо отсюда сначала. Так почему? Ну, тогда либо кто-то в фургончике должен быть. Так выйти надо, блин. Где выход? А мы же не знаем, что ли? А вот, все, вон он. Сейчас я помню. У меня ультрафиолет. Так в комнату светить идешь или нет? Пойдем. Иду, ты его сфотографировал, нет? Я не знаю, там не видно, надо на G нажать, посмотреть, засчитало. Да, засчитало. Призрак есть. Угу. С этой или со следующей он вышел? По-моему, со следующей. Свети, короче. Выключи здесь свет. Ёп, бежим! Нахер. Ну нахер. Твою мать! Ёб твою мать! Он меня убил, все! Ясно. Блин, обидно. Ребята, вы меня слышите? Ребята! Ребята! Ну все, я тут один, надолго. Но почему меня-то убил Кирюша, блин? Пошел в жопу, не буду больше его слушать. Ребята! Кирюша! Кирилл! Кирюша! Да. Кирилл, можешь попробовать методом исключения угадать? Я так и хочу. Кирилл, ты стал медиумом. Ты слышишь меня теперь всегда и везде. Ой, я тоже. Тебя Ксюша слышит. Я буду с вами разговаривать так. Меня убили, ребята. Ёпта, он меня... Алекс, это назад, Алекс. Я сфотал. Так я и сфотал до этого, зачем? Я убегаю! Ё-моё, он какой-то сшитый. Ребят, он за мной! Ё-моё. Are you friend? Да ни хрена он не друг, Саня, беги. Sorry, говорит. Sorry, я его до этого сфотал. Ребят, он за мной. Он прям Саню в жопу там хочет поиметь, по-моему, потому что он прям за ним бежит, не останавливает. Он за мной идёт. Всё, он исчез. Передайте Сане, что он исчез. Ребят, он на чём пьёт? Так, в общем, надо его на эту камеру вывести. Алекс, стой! Алекс! Он ушел! Убьет меня! Да все! Он ушел! Да в смысле ушел? Он хотел убить. Да стой! Алекс, остановись! Ты сейчас не найдешь эту камеру! Вернись! Стой! Вернись на тот штатив! Вернись к той камере! Саня, трудно! Вернись к тому штативу! Я пойду призрачную ауру смотреть. Возвращайтесь к штативу. Да не, я могу посмотреть на самом деле призрачную ауру. Мне нужно выход просто найти. Я же не табличек сейчас вообще ничего не... А, не, блин, я же ничего не увижу на мониторе сейчас. Точно. Я просто буду за Кириллом, короче, ходить и как голос в голове. Блин, жалко, что тут, короче, как когда призрак, не можешь сквозь стены ходить. Ага, да, Ксюшечка. Я был рядом с Кириллом. Я пошел за Кириллом, короче, он сказал посветить ультрафиолетом, и он убил меня. А кто-то не отделился, да? Нет, мы были рядом вместе.
Но мне кажется, это какой-то агрессивный дух очень. Будет. Позовите его. И ведите на камеру. Ксюша, идите на камеру, слышишь? Кирилл говорит, чтобы вы шли на камеру, он стоит около монитора уже. И это, и... Зовите, ведите на камеру. Ксюша, зовите его и ведите на камеру, на штатив, который я говорил Алексу. Кстати, там сейчас мигает этот фонарик мой, короче. Да потому что он закрылся, я вышел, чтобы сказать, не успел. Не, я-то смотрю, я вижу. Фонарик моргает, короче. И я вижу туман. Сори. Кстати, Кирилл и Ксюша достигли своего апофеоза, у них 0%. Джон Дэвид. Ну, я не знаю, что делать. Надо позвать его. Я вижу везде туман. Ты видишь туман? Нет? Нет, скажи им, чтобы они сориентировали, звали его сейчас стоять. Джон Дэвис, Джон Дэвис. Ребята, идите туда на камеру и это... Зовите Джона Дэвиса. Вот где мой труп? Там, где мой труп, короче, стойте и зовите его. Они... Ксюш, вы там? Ксюш! Ага, все. Кирилл, она около трупа стоит, давай. Зовите его. По имени. Джон Дэвис. Я Ксюшу не вижу, ей, по-моему, направо коридор надо. Кирилл говорит, что он тебя не видит, Ксюш. Я только Алекса вижу. Он только... Да нет, она сказала, что она прям на моем трупе сидит. Прям стоит. Так камера не где твой труп. Камера в правом коридоре, а не в левом. Да вон, смотри, вот, все, вот это 16-я камера, вон труп. Какая 16-я? Где? Вон мой труп лежит, и вон Ксюша ходит. Это Алекс. Это не Алекс, вот, это Ксюша. А, не про 16. Камера лежит на кровати. А вы чё, Ксюшу одну оставили? Ты видел что-нибудь? Саня, ты чё кинул Ксюшу? Иди на камеру. А, он же меня не слышит. Иди на камеру. Там Ксюша говорит, что он идёт за ней. Коридором? Алекс, ты зачем камеру переключил? Слушай, я ничего не посчитал. А, да, вот, где? А где Ксюша? На какой камере она? Ксюша, ты где? Вернись. Вот, да ты, господи, на 16 или на 17 пусть идет. Я в курсе. Ксюшу убили. Не можете... Понимаю, вон он. Или это она? Да, это он. Вон он, смотри, на камере ходит. Ну я хз, как это объяснить? Ну ставьте камеру. Алекс, тоже. Стой, Алекс, стой, вернись. А? Да, Алекс, ты можешь на камеру это, встать, Ксюш, пожалуйста? Просто включись в Дискорде, мы с тобой типа духи, мы можем везде разговаривать. Просто встань и смотри 17-ю камеру, 17-ю. Все. Ты можешь в руки взять камеру и ходить. Короче, мы с тобой рядом лежим. Ну да, вот Саня, блин, взял тебя, кинул, короче, кидало. Вообще просто жестко. Просто почему я спрашиваю, то есть ты отделился все-таки? Потому что я-то отделилась, и он нет, меня в хераксе убил. Нет, я не отделился. Мне Кирилл говорит, пойдем ультрафиолетом посветишь в комнату. Он, короче, угу. Услышали, как он начал идти, мы такие вышли, мы шли с ним в одну сторону, и он убил меня, а не Кирилла. Вот такая вот фигня. Угу. Но жопа у него, конечно, вообще смешная. Он такой весь исполосованный в шрамах. Я не видела его. О, Кирилл пошел. Короче, вот. А Кирилл, ты тоже нас слышишь, что ли, да? Есть аура, я видел. Аура есть, он говорит, видел. А. Кирилл. Аура есть? Да, Саня сказал, что он видел ауру.
аура здесь. Надо что-нибудь еще добавить. Интересно, что же, что же там может быть? Так, призрачная аура. Это полтергейст, наверное. Надо почитать про них. Отпечатки мы не находили, да? А, так, полтергейст. Юрей. Я иду. Ты слышал меня? Меня, знаешь, что смущает? То, что в задании было определить духа с помощью датчика ЭДС. Значит, он должен был срабатывать. Но когда этот черт ходил, я ходила же с ним. Ой, а кто? Кирилл вылетел из Дискорда. Ну, это интересно. Да, действительно, мы должны с тобой только общаться. А, ну да, он специально вышел, точно. Но он просто мог замутиться, типа. Так-то да. Ну так вот. И датчик ЭДС, он не срабатывал, даже когда он ходил рядом с нами. Что странно. Ну, это нужно почитать, короче. Смотри, кто там у нас был? Полтергейст. Один из самых известных призраков. Он может шуметь и взаимодействовать. А, нет, это он предметы перемещает, полтергейст. Значит, это не то. То есть он швыряет предметы. Значит, это сразу не то. Значит, Мара еще была. Наиболее сильна в темноте. Особые качества. Мара будет склонна атаковать вас под покровом темноты. Призрачная аура. Температуры ниже нуля не было. И Юрей еще была. Блокнот. Вот блокнот мы не успели посмотреть. Был ли блокнот? А знаешь, я считаю, что такую карту надо брать несколько блокнотов. Ну, короче, всего несколько. И в первые 5 минут, когда она не атакует призрак, да, не появляется еще особо. Надо все быстренько все раскладывать везде и походить, потом проверять. А, блин, это Джин. Джин или Мара? Вот. Не Юрей. Джин. А Джин что? Мне кажется, может быть, все-таки... Ну, почему не срабатывал ЭДС? Хотя в задании ЭДС... Смотри, призрак ревниво относится к своей территории и атакует в случае опасности. Известно, что джинны могут перемещаться с очень высокой скоростью. В принципе, он достаточно быстро передвигается. Но он меня догнал, когда зараза такая? Да. Я что-то слышу топот, у меня херакс догоняет. Джин будет перемещаться быстрее, если жертва находится далеко. Слабые стороны. Вот мы разделились с Алексом. И все, и он... Ну там датчик ЭДС стоит у Джина. Если отключить источник энергии в месте обитания призрака, Джин не сможет использовать свои умения. Кстати, слушай, а получилась же реально такая тема, что мы включили свет в его комнате, и он начал на нас чаще нападать. А как у него комната? Короче, там... Да, мы свет включили. Я поставлю на Джина, короче. А, ну вот у нас не было питания. Возможно. Может быть, просто, ну просто СДС почему не срабатывал у меня? Не знаю. Ну, короче, мне кажется, это Джин. Не знаю почему. Потому что Мара не подходит вообще никак. Блин, как вот... Чё они тут сидят? Вот как ребят поторопить? Они сейчас будут тут еще 4 часа гадать. И как всегда, у нас серия на 3 часа получится из-за того, что не могут решить, кто призрак. Они сфотографировали призрака? Сфотографировали. Он отвечал на вопрос, да. Вот именно вот третья подсказка. Вон, зачеркнуло, сфотографируйте призрака. Ну, посмотри, диктофон и призрак, ну точно. Потому что я видел уже на камере, мерцало. Такой голос гулкий. Угу. Выбрал? Чего не поставили, интересно? Ну, не знаю. Сейчас узнаем. Ты выбрал? Кирюха. Раз, два, три. Че-то Кирилл, по-моему, вылетел немного, нет? Хотя нет, он ходит. Ходит вон он. Я выбрал. У них рассудок вообще по нулям, блин. Ну это правильно, это по заданию так надо. Ну да, Дима. Сейчас посмотрим, угадали мы, нет? Ты кого поставил? Я тоже Джина поставил, не знаю. Ну да, потому что это вряд ли Мара и кто там еще был? Полтергейст, да? Угу. Но полтергейст, он предметы швыряет. Швыряния предметов не было. Welcome back. Они? Они? Это был они. Вообще они. Да они? Это они. Да они. Да ну нет. Вот я и говорила же, что там не ДС, значит, не с ДСом. Мы датчик движения получили. Да. Инфракрасный датчик света еще. О, вот теперь да. Сейчас можно вообще расставлять. Да, только давайте не будем на такой большой территории.
Школу надо. Да, школа нормальная для такой фигни. На школе для Дайлома надо вообще куча снаряжения, прям очень много. Нужно датчики движения везде ставить, нужно камеры Давайте везде ставить. Потренироваться на школе, вставлять вот новое, во-первых, оборудование. Во-вторых, нам надо действительно реально брать несколько всего. Например, тех же блокнотов. Не один блокнот и бегать его носить. Ну, это если на большую локацию, на маленькую вообще нифига не надо брать, считай. Ну да, и там быстрее определяется. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.